Привет, друзья! Это Зверько и гайд на обновленного Москова. Москов – это стрелок с более короткой дистанцией выстрела, чем другие стрелки. Сверхскорострельный и требующий четкого позиционирования. Был имбалансным некоторое время, после чего его стартовые показатели урезали в хлам. То есть на 15 левеле это старый добрый Москов, но тяжелый старт не дает возможности быстро выформиться, как это было до нерфа. Но похоже, разработчики берутся за баланс, и Москову вернули часть начальной скорости от первой способности. Героя довольно давно ввели, поэтому не будем зацикливаться на деталях, лишь на том, что диктует стиль боя. По традиции начинаем с эмблем. Подойдут отлично эмблемы стрелка. Топовый перк в них – это находящие слабости, которые замедляют противника. Но если еще не докачались, как и я, то берем мастер оружия, чтобы показатели от предметов давали больше плюсов. Способности. Совсем недавно, пока я тестировал сборки при пике персонажей, мне один человек написал: «Возмездие? Ты нуб, бери вдохновение на стрелков». На что ему ответил, видимо, его друг: «Это классический режим, здесь учатся». И я ничего не смог ответить, я ржал. В том бою я нанес 41% урона противнику. Так вот, берем, конечно, только возмездие и стартуем через второй лесной меч. Навыки. Пассивка. Копье спокойствия. Хоть Москов стреляет не очень далеко, зато поражает врагов за спиной цели, притом критом, который активирует пассивку Багрового Призрака, но еще немного ускоряет перезарядку первых двух навыков. Чтобы нормально использовать эту способность, ставим настройки, как на скрине. Нам не обязательно атаковать противника напрямую, мы можем это делать через крипа, нажимая соответствующую кнопку под основной атакой. Также, благодаря этой пассивке, вы можете атаковать танка, а умирать будет любой керри за спиной этого танка. Первый навык – пропащий ходок. Именно над ним издевались разработчики. То увеличивая КД, то уменьшая прирост скорости атаки. На первом уровне 20%, а на шестом – все 70% скорости атаки плюсом. Таким образом, Москов – тот персонаж, на котором легче всего добиться максимального значения в скорости атаки. Это 2.50. Развиваем этот навык в первую очередь. Второй навык – копье смерти. Механика проста, но сложна в исполнении. Москов бросает копье, которое наносит урон и отталкивает противника. Если противник в этот момент врежется в своего союзника, они будут оглушены на одну секунду и получат еще больше урона. Если цель встретит твердое препятствие, как стена или башня, то оглушается на 2 секунды, что является самым долгим станом в игре на данный момент. За это время прокачанный Москов забирает эту цель. Но навык требует привычки и точной позиции с учетом расстояния толчка. Тренируйтесь. Ульта. Копье разрушения. Копью вернули часть урона, и это хорошо. Мне очень нравилось, когда только Москова добавили, добивать им через всю карту. Это приятно. Кроме того, ему еще расширили область урона, что облегчает попадание. Немного о тактике. Наша с вами основная задача – незастуканными быть на месте. В том смысле, что надо раскачаться до 15 уровня за кратчайший промежуток времени и не попасться на ганг, по возможности помогая союзникам. Удобный лайн для Москова мид, поскольку волны крипов приходят раньше, и стоя соло вы получаете больше денег и опыта. Москов должен быть все время под бафом, поскольку первый навык используется по КД. У нас быстро кончается мана, без маны мы лишаемся эскейпа, ускорения и стана. Но будучи на миду, вы можете быстро перемещаться для помощи союзникам. Зачистили волну и прыжками несетесь помочь в файте на какой-либо боковой линии. Помогли и сразу же обратно. Чтобы быстрее завалить лесного моба, можно использовать ульту, если вы уверены, что она вам скоро не пригодится. Встаете так, чтобы моб был между вами и противником, в которого сможете попасть по карте. И кидаете копье. Если вы все сделали правильно, это копье нанесет урон мобу, нанесет урон противнику и даст вам увеличение урона, которое поможет быстрее забрать моба. А противник будет уверен, что вы за всем следите. Дизморалька! Боевая тактика массового файта. Прыгнуть так, чтобы толчком второго навыка застанете как можно больше героев. Но сильно не подставляйтесь, у вас слишком мало хп. Как я говорил, вы можете убивать противника сквозь танка. Давайте быстренько по сборкам. В связи с изменениями их будет две. Классическая. Ярость Берсерка ускорит убийство соло цели. Сапоги спешки – скорострельность. Когти Хааса – лучший вампирик на отхил, особенно если мало хп. Багровый призрак. И вот после применения первого навыка, даже без пассивки, мы имеем скорость атаки 2.50. Злобный рык. Так мы становимся опасными для танков и башен. Клинок отчаяния повысит фактический урон.
Этой сборкой я играю на видео. Вторую сборку прислал Шарфик, тоже можете попробовать. Сапоги спешки, говорящий с ветром, его апнули. Бесконечная битва, дающая вампирик и чистый урон после навыка, но он идет в первую цель. Багровый призрак, ярость берсерка, золотой метеор, господи, наконец-то его переименовали, увеличит вашу живучесть. Пробуйте, играйте, ставьте лапки, а я пойду на рандеву с Алисой. Всем пока!